Очень неожиданно было то, что цвет ноток, он в этом фильме совершенно другой. Он не такой, как в предыдущем фильме приложении. Он нотки цвета молодой зелени и сиреневого цвета. И глядя на эти нотки, родилось такое впечатление, что вот этим фильмом словно такая подсказка, что благодаря появлению новых цветов происходит знакомство с новыми гранями, особенностями проявлений этого героя, друга осьминога. И очень порадовало то, что сам фильм начинается, музыка начинается со звучания мелодии. И те нотки, первые нотки, которые звучат на вступлении, они слышны, как касаются клавиатуры фортепиано, когда она звучит. И это словно так настраивает навстречу, так ощущение, как будто за руку проводит навстречу к мелодии. Вот фильм помогает настроиться со звучанием музыки. И затем начинается такой практикум самостоятельный, когда уже нотки сольной партии падают беззвучно. Вот это ощущение такой мягкой, бережной заботы, которая подводит к этой мелодии. И сам фильм, он такой вот продолжает эту тему таких насыщенных событий, происходящих явлений в каждом уголке экрана. И это ощущение продолжается, что друг осьминог — это такой герой, который успевает много-много дел. У него 8 рук и ног. Он успевает вот все делать в каждом уголке этой сказки, где я сейчас нахожу, вот все олицетворяет эту многорукость, это многопространство, такое всеуспевание. И такая тонкость в оформлении заметилась, что каждая нотка, вот неся собой цвет друга осьминога, при этом является прозрачной. И что удивительно, что каждая из них, она вот так оформлено, что словно пропускает солнечные лучи. Прям даже наклон лучей, он сохраняется вот от того места, где светит солнце, где лучи проникают сквозь воду. И каждая нотка, она продолжает вот это сияние лучей. И в этом такой интересный смысл видится, что каждая нотка, она как такой прозрачный, чистый проводник и солнечных лучей, и чистых звуков музыки. И это тоже задает такой определенный настрой, с которым можно вот к этому фильму практикуму прикасаться, в нем действовать, именно вот с ощущением такой хрустальной, кристальной прозрачности, чистоты вот этого музыкального светового проводника.